С 22 апреля по 9 мая в Чебоксарах проходит патриотическая акция «Георгиевская ленточка», которая ежегодно стартует в преддверии Дня Победы во всех городах России. В эти дни сотни волонтеров выйдут на улицы, чтобы вручить горожанам черно-оранжевые ленточки – один из символов Великой Победы. Как сообщили представители администрации столицы Чувашии, традиционными местами вручения ленточек станут площадь Республики и крупные остановки общественного транспорта. Ну а 9 мая – Парк Победы и Красная площадь. В этом году в Чебоксарах планируется распространить порядка 50 тысяч ленточек. В торжественной обстановке на Красной площади будет поднято Знамя Победы и дан официальный старт самой масштабной патриотической акции в России. По словам организаторов, георгиевская ленточка – символ, который должен напоминать молодому поколению о наследии прошлого, о страшной войне и цене, которую заплатил народ ради победы. Ежегодно в акции принимают участие множество жителей и гостей Чебоксар. Они с удовольствием прикрепляют ленточку к одежде, отдавая дань памяти и почтения победителям Великой Отечественной войны, отмечают в городской мэрии.